Министр энергетики Канат Базумбаев наконец-то прокомментировал арест своего заместителя. Вице-министра Каниса Дебекова, который считается правой рукой Базумбаева, задержали на прошлой неделе. Все эти дни журналисты пытались узнать, что думает об этом глава ведомства. Но получилось это лишь сегодня. И Базумбаев не был многословным. Значит, первое, что я хочу сказать, то, что были задержаны, арестованы вице-министр нашего министерства и директор департамента, для нас это было, конечно, тяжелым потрясением. Но на данном этапе я считаю, что любые вопросы должны освещать органы следствия и соответствующие там адвокаты этих людей. Канат Базумбаев также добавил, что никакой информации по этому делу не располагает, так как при обыске были изъяты все документы. Поэтому комментировать какие-то подробности не намерен. Вице-министра Ганиса Дебекова, который уже 10 лет работает рядом с Базумбаевым, задержали по подозрению в хищении более 1 миллиарда тенге. Это средства, выделенные на очистку озера в Щучинско-Боровской курортной зоне. Столичный суд арестовал чиновника и его подельников на 2 месяца. Стоит отметить, что министры, чьих подчиненных уличили в коррупции, в отставку не уходят, хотя это одно из главных требований этического кодекса, разработанного агентством по делам госслужбы и противодействию коррупции. Эти вопросы, вот данная ситуация регулируется вопросами, связанными с государственной службой. В нашей ситуации, вот если человек нарушил закон, увлечен в коррупционных нарушениях, он исключается из партии.